полтора раза меньше стандартного аппарата и шире по своему функционалу. В Ульяновской областной детской клинической больнице пополнение в парке современного оборудования. Новый УЗИ-аппарат экспертного класса предназначен прежде всего для юных пациентов с онкологическими заболеваниями. На сегодняшний день у нас на учете состоит где-то порядка 190 детей больных различными онкологическими заболеваниями. У нас отделение единственное в области. Мы, значит, берем детей от 0 до 18 лет, то есть подростки тоже все к нам идут. И вот для того, чтобы нам правильно лечить, нам нужно правильно поставить диагноз и определить стадию заболевания. Новое оборудование обладает рядом уникальных способностей, в том числе проведением эластографии в реальном масштабе времени. Эластография – относительно новый метод ультразвуковой диагностики. Он определяет жесткость и эластичность ткани у пациента. Данный метод используется преимущественно в онкологии, потому что считается, что опухоли имеют более высокую жесткость по сравнению с окружающей тканью. А благодаря методу эластографии мы можем определить объекты более высокой жесткости. Теперь совсем юным пациентам во время исследования не нужно долго находиться в неподвижном состоянии, выполнять команды врачей и задерживать дыхание. Для аппарата последнего поколения это не проблема, как и транспортировка. Оборудование может использоваться как перевозная машина и обследовать больного прямо у постели. Мы в этом году ожидаем еще поступления одной машины в рамках детской программы. Это будет тоже прибор экспертного уровня, но уже другого производителя, который будет стоять у нас в поликлинике, он тоже будет более функциональным. Новое высокотехнологичное оборудование поступает в больницу в рамках национального проекта здравоохранения и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.